вообще балдеж прям. В батиной Ниве, подвой печки. Минус 25. Ва, балдеж. Блять, ну как же холодно. Шаурмень. Я такой люблю. Пиво на полу, yeah. Пиво на полу, yeah. Пиво на полу, yeah. Ягуар его? Познакомь. А музыка какая отборная, понимаете? Это вам не хуйня собачья, это русское радио. Ух. А акустика какая, вау. Знакомые места. Тут я тачку прятал. Ты в Пите пробовал? Нет. Так, нельзя взять. Пни по колесу. Пиво на полу, yeah, пиво. Анур, поехали домой, а? Нет. Блять, в автобусе погреться хочу. Это походка есть. Автобус, блять, любименький, где ты, родной? А еще пиздос такой, что у меня по пути разрядился телефон. Пока юзали навигатор, чтобы добраться. Всем здрасте, всем привет. Снимаешь? Да. Алло. Вкусно? Дома. А-а-а. Че, бомжуем? Стоп, транснефти. Как он связан? Че, с, как? С твоей работой? Это его бизнес просто приносит. Из денечки, супы. Из бесеек? Из бесеек. Из докс. А, с докс собак. Собакалар. Собакалар, собака. Блин, по башкирски собака, не помню. Собака так же и будет. Да? Не переводится. Ну, башкир тоже мне. Да, тут, конечно, все красиво, все хорошо, но... Ты понимаешь, не тот день, не та дата. Надеюсь, там это, потеплее. Подожди, дай мне сплю. Позавтракай. Надо вкинуться, надо вкинуться. Где? Чё за бездарность это делала? Ну, блин, по-любому там композиторы, наверное, какие-то старались над этим текстом, над припевом особенно. Это вообще, блядь, бомба. Танцуй, пока танцуется, целуй, пока целуется, люби, пока влюбляется, а остальное... И то, понимаете, там не рифма. Давай, короче, смотри, яичками садишься. И вот так вот. Надя, тебе камеру прям даю. Ей, он не едет, он не скользкий. Дай белую кепку. А, хорошо. Дай. Телефон разрядился. Я ему сказал, чтобы он подходил к домофону через 5 минут. Сейчас посмотрим, сколько ждать его придется. Стоило, короче, достать камеру. Номер почти. Ей 16, мне побольше. Центр, город, папин, Порше. И опять не наш. Привет. Тогда садись. На канал мой подпишешься? За то, что я тебе место уступил. Окей, что за канал? Джиггернау 228. Ну и в продолжение нашего видеоблога хотелось бы показать вам это место. Это получается самое начало Уфы. Тут очень много достопримечательностей. Сзади меня Салат Юлаев. Вот это здание телеканала «Россия-1» Башкортостан. Смотри, тут прямые рейсы на Берлин. Охуеть. За 20 рублей. Год. Че, снимаем? Влоги, блоги, игры. Короче, все нормально, как и Вангай. Я такой же популярный. Сколько подписчиков? 20 тысяч, ну ладно. Понятно. А вот я тебе же говорил, надо было. Не наша эта остановка? Нет, следующая. Ебой. Я даже не заметил, как мы проехали одну. О-о-о-о-о. Че тут началось? Да, панорамы тут, конечно, красивые. Можно бесконечно фотографироваться, но только не в 20-градусный мороз. Это факт. Я сам с Мелюза. В общем, вот. Название там кто-нибудь сфоткаете. Найдете что? Меня, если что. Джиггерда? Джиггерда. Джиггерда. Смотрю, в каком-то таком, ну, тоже элитном доме, новостройка. Ага. Что-то центр лазерной хирургии. Ничего себе тут есть! Ты что, пипирки, что ли, пришивают лазером? Да. Ты что, без брата, что ли, влог ведешь? Да. Нет.
Я же гид. Я же гид. Расширяю свою эту фан-базу. Давай. А что, так и делаю? Ты что думал? Сфотографировал бы и все. Ты сядь, слушай. А он у нас рискованный парень. Да-да, вот и это мой канал, и второй мой канал. Можешь? Да. Сейчас прикинь, отожмут такое. Без него уеду. Я подпишусь, если что, да? Все нормально. Спиздили у меня кепку, взамен отдали мне мою же кепку. Которая изначально была у меня. Скажите же, она лучше. Мы не под цвет оделись. Вообще, вот у человека нет вообще чувства цвета какого-то. Почему это? Ну-ка объясни. На черное одевать белое. В смысле на черное? У меня кроссовки белые. Футболка черная. Портфель. Тут фотоаппарат дорогой, да? О, что? Валик. Проезд только не забудьте стрелять. А то вон этот, дядя Анур ругаться. Непривычно, конечно, шаровиться пешком по Уфе. Но куда деваться? Батарейка уже помирает, просит, говорит: Саня, ты заебал, выключи камеру, иди домой. Даже мне холодно. Ты мне ключ только потом не забудь оставить. Блядь. А то я буду там ебланить около подъезда. Иди отсюда, Саня. Ай. Снимай. Здравствуйте. Особо сейчас ничего даже не поснимаешь, не пофоткаешь, потому что аппаратура нахуй разряжается просто в считанные минуты. Молодой человек, здравствуйте. Добрый день. Вы смотрите Ивангая? Да. А какой самый топовый ролик, по вашему мнению? Water Challenge. Ясно. Пойдем дальше. А у меня уже рука, короче, которая держит монопод, уже немного это, как будто не моя уже. Как будто Дедушки Морозы. Прикинь, сейчас портфель туда, бульк. Окей. Зато фотик постирается. Матрица постирается. Ну, как новенькая будет. Тихо, аккуратно. Говорит, не работает. Пока я думаю о ней. Пока я на ней. А, вкусно пахнет. Говори. Не, это скорее всего твоими. А слушай, Анура, тут дождует сильнее, ты понимаешь? Да, это же уклон горы, блядь. Блядь, а что-то чую, я уже куртку про... Да ну тебя нахуй. Я, знаешь что, я сейчас портфель одену на живот, да, я так и сделаю. Лайфхак, ебать. И меня никогда в жизни не продует. Хоть у нас бейджики клёвые. Ну нафиг. Тут реально холодно, вот очень, прям вот критически просто температура меняется. Ксюш, хочешь во влог попасть? Это у нас популярный блогер, это чувачок, мой друг, и вот он снимает. Вот есть. Семью. В торговый центр, короче. Там, надеюсь, еще побольше отогреемся, покушаем, и все good будет. Вы верите в Ивангая? Покатайтесь, поверю. Не, не надо. Сука, как дует-то! Блять! Ты... А ты дал, я как маркетинги работают, вообще не очкую. Покатайся, бля. Так же говорю, что-то. Передай привет Балабину. Балабин, привет тебе. А Шикеру хуй защит, понял? Сегодня что мы делаем? Да ничего, просто, короче, пошараебились по городу на автобусе. И сейчас таким же маршрутом, в общем-то, поедем домой. Вот. Браток сейчас меня фоткает беременного. Сука, хоть она порвалась. Порвись. Там же твой фотик. Ты чё? Всем мусорка виноват.